Итак, у нас на обзоре серьезный продукт, торговая марка Вялькова, сделана в России, вобла вяленая в соломке. Здесь техническая информация. Так, посмотрим, что она из себя представляет, сколько у ней вес. А вес у ней, сейчас смотрю, да, это и не суть важно, видно, что не очень много она весит. Здесь только оформление более-менее приятное. Река, Астрахань, Рыбн, Санкт-Петербург, Архангельск. Посмотрим, заценим, главное, как вкус. На ощупь она мягенькая. Надо посмотреть, что представляет у себя в действительности. Пакетик надорвал, внутри оказался еще один пакетик, и в нем непосредственно сама вобла. Конечно, продукта мало, сразу видно, что это не очень в плане соотношения цены и качества, не цены и веса продукта, не очень, конечно, экономично, сколько стоило в районе 60 рублей. Но посмотрим. Распробовал, на ощупь нормально, салфетки необходимы, потому что руки сразу жирные, она вся блестит. Нормальный вкус. Не сушеный, конечно, эффект, а именно вяленый. Ну, не знаю, на любителя. В принципе, сойдет как вариант.